Макдональдс объявили, что они впервые сделали в истории маску караоке, а я ее сделал еще в ноябре. Я тут прочитал новость, что Макдональдс впервые придумал караоке-маску. Впервые в истории буквально, прям вообще никто этого не делал. Но смею вас заверить, что в ноябре караоке-маска эксклюзивно появилась у меня, потому что я заимел эту идею и воплотил ее в жизнь вот, вместе с профессионалами. Так что, ребят, давайте жить дружно и все-таки как бы не выдавать желательное за действительное. А так, Макдональдс? Угу. Мы летим, полуночное такси. Мы вдвоем на край земли. Приземлись, полюби меня, меня.